хочешь что-нибудь сказать? Целыми днями плавает на плоту. Еще один порог. Руки, наверное, в сторону лучше не сувают. Плывем на плоту, казалось бы, красотища какая вокруг, пальмы, опять каштан, где змеи-то? Я там в машине видел, впереди коврики лежат, вот я его, наверное, подстелю себе под задницу, бодрее пошло. Ты что, решил нас оставить одних? Вот сейчас будет круто, держись. Козы вокруг щебечут. Опять затих. Снимаю. Одной змеи.
камни прям сквозь палки чувствуются. Это, конечно, очень круто. Вот пляж. Вот дорога, блин, тачки едут. Ну, правда. Старые отработанные плоты. Снейк. Снейк. Есть? Есть. Не понял, что мы ему сказали, но не поняли. Наш водитель что-то забубнил. Видимо, там... А, тут купаться можно. Ну все, двинули дальше, помолись. О, смотри, как змеи прям висят эти лианы. Сейчас обед будет, по-моему. Так, он вот там-то. Вот денег такой, похоже, кафетерий на обед. Че? А, ну вот змея, да. Тут не видно нифига. Ага. Какая красотища растет. Короткие путешествия на лодке. Вот так, по-моему, заканчиваем. То есть по расписанию обед. И сейчас лезть с этого плота. Ну вот. Добрались до водопада. Здесь водопад. Эля. Какая красота. Неописуемая. Там туристы, тут мы лезли по камням сейчас. И кругом джунгли.